Отделение связи Почты России находится на Фестивальной улице. Его индекс 125-195. В таком доме находится. Здесь в пристройке. Рядом еще парикмахерская есть. Будем получать почтовое отправление. Работает будни с 8 до 17. Это электронный офис? Вы давайте, я вам это не дам. У нас нет времени написать. Давайте марксируем. Давайте я первую сторону марксирую. Ваша подпись там не будет. Только первая сторона. Трек номер. Первая сторона. Где трек номер? Ну, я по талону. У кого на получение? На получение он и так. Обрабатывать 4 утра, поэтому они Не записал этот немного разговор на повышенных тонах. Не смогли найти мою посылку по фамилии или адресу. Вот сейчас пойду в отдел доставки. Там посылки, в том числе с нерегистрируемой системой, там, может быть, поищут. Там вход, как бы сказать, немножко со двора, с другой стороны. Очень хотел бы это самое посылки. С собой нет извещения, но приходили. Извещение тяжело. Ну, сказали, что могут как-то по компьютеру посмотреть, фамилию подвес. А это что? Че? Это что за пропуск? Как это почистить? Где наш подписывающий? То есть, не-не-не, пишни фамилию, имя и отчество. Да. А я, кажется, уже с фамилией написал. Ну, обычно подписи проводят фамилии, просто как
удобно. Ну, вот компьютер по фамилии ничего не выдает. Хеопанов, да? Я, да. А по адресу? А по адресу он не смотрит. Если есть разрешение, с разрешением подходит, проще будет. Ага. Не находит.